Всем привет! Сегодня я вам покажу свой заказ из компании Oriflame. Ну и начнем мы с вами с клиентского заказа. Это у нас парфюмированная вода Possess the Secret Man. Очень понравилась эта водичка молодому человеку. Использует он ее очень часто. На коже долго держится аромат. Также на одежде, в том числе на рубашках. У меня есть открытая бутылочка, как вы можете видеть. Вот с момента выпуска этой воды, то есть с первого каталога, вот уже сколько использован. То есть практически весь тюбик. То есть тут осталось совсем чуть-чуть, наверное, меньше, чем на месяц. Человеку очень нравится, стойкий такой пряный, интересный аромат, но при этом с нотками свежести. Следующее, что было также в клиентском заказе, это новые маски из серии No Wage. Это масочки тканевые, и я вскрывать, естественно, их не буду. Но при этом хочу показать вам, что здесь есть инструкция, ну, понятное дело, как накладывать и что нужно делать. То есть 15 минут ждем и снимаем масочку. Маски одноразовые. Очень многие пытаются использовать вторично, но это неправильно. Одноразовые маски, поэтому, конечно, уточню потом у клиентов, понравилось им или нет, посмотрим. И, собственно, сейчас мы с вами перейдем к товарам, которые я заказала для себя. Ну, конечно, давайте продолжим парфюмированную тему. Все-таки я заказала новинку VIP Club Ibiza. И я честно скажу, мы сейчас с вами откроем, когда я нанесла на кожу из тестера, да, там, по-моему, маленький вот такой флакончик, мне она сначала не очень понравилась, я ее не распробовала. Но после того, как я нанесла чуть больше именно этой туалетной водички, парфюмированного этого спрея, я поняла, что аромат просто бомбический. Меня он почему-то, знаете, уносит на курорты, на море. Причем это не обязательно какая-то заграница, это может быть Россия. Вот эти вот теплые деньки, вечера, когда ты идешь по улице, и там просто с левой, с правой стороны вот эти кафешки, летние веранды, все в такой, ну, скажем так, в таком расположении духов хорошем, да, то есть, ну, вот у меня остаться почему-то за границей, потому что в России обычно по вечерам не всегда такие доброжелательные люди, да, местное население, но когда вот, если говорить про заграницу, да, ну, пусть там Ибица, неважно, Испания, Италия, там, Португалия, любая страна, там, и понимаешь, что действительно люди доброжелательные, ты вот идешь и чувствуешь, что приятный аромат, везде звучит музыка, при этом где-то недалеко море находится или океан. Вот у меня именно эта ассоциация, и я думаю, не зря компания Oriflame, да, производитель, назвала именно Ибица, потому что это аромат действительно вот этой ночной жизни, вот этих танцев, движения, но они могут быть для каждого свои, то есть это, опять же, может быть густо такая вот, густо там массовое, да, количество людей, там, ну, не густо населенные какие-то пункты, а может быть и так, ну, в общем, когда очень много людей и все отдыхают, может быть, какая-то площадь, фонтаны, может быть, это какой-то старый город, вот именно у меня этот аромат навевает именно вот такие вот воспоминания, какие-то ощущения. Действительно, очень-очень-очень хороший аромат. Вот у них есть еще там VIP Club Bali, мне не очень понравился, а вот Ибица почему-то да. Не знаю почему, но вот он действительно мне очень понравился именно своей какой-то уникальной сладостью. Я, конечно, хотела бы, наверное, чтобы эта водичка, так как это парфюмированный спрей, она, в принципе, долго держится, долго, то есть часа 4-5 может держаться на вашей коже, в зависимости от того, на какие участки вы нанесете. Я, честно, так подумала, что, в принципе, если компания соберется и сделает из этого парфюмированного спрея парфюмированную водичку, то есть чуть более стойкую по сравнению с этим спреем, то я думаю, что продажи большие будут очень, потому что она будет пользоваться большим спросом,
И я вас уверяю, ну, аромат действительно такой достойный, очень приятный. Я сейчас нанесу. Ой, прям вот, не знаю, вот мне почему-то запах вот таких вот цветов, вот опять же говорю, да, вот этого вот океана или моря прям навевает. Честно, очень понравился аромат. Может быть, я даже еще один флакончик такой закажу, и, возможно, этот именно парфюмированный спрей станет фаворитом этого лета. То есть в прошлом году фаворитом моего лета стала парфюмированная вода Tonka Bean Nature Sublime, также от Oriflame. Вот, в этом году вполне возможно, что это будет VIP Club Ibiza, кто знает, кто знает. Очень достойный аромат, я всем советую. Может быть, для кого-то он будет, знаете, пахнуть каким-то... Ну, вот в детстве был такой похожий шампунь для детей. Ну, не прямо вот такой, знаете, прям термоядерный, но какие-то такие приятные вот эти вот сладкие нотки, они есть. Очень приятные, всем советую попробовать. Итак, давайте продолжим тему. И в основном у меня здесь... Ну, так как мы заговорили с вами про лето, давайте посмотрим. И я заказала себе лосьон для тела и лица с SPF 30 с Анзонком. Эта серия называется. Очень мне понравился. В прошлом году я использовала данную серию. Никаких нареканий нет. Мне очень нравится, как равномерно ложится загар и проявляется не сразу, а через какой-то период. Ну, не знаю, возможно, это индивидуально, конкретно у меня на коже. Следующее. Я заказала новинки из последних каталогов, из предыдущего даже каталога. Это серия Love Nature, лосьон для тела с дыней и кокосом. Кокосовым молочком. Вы знаете, кокосовая вода и дыня, так, кажется, называлась, да, кокосовая вода, coconut water and melon. Очень мне понравился запах, я сейчас гель вскрывать не буду, посмотрите, какая это красота такого бирюзового цвета, вообще прям, ну, точно, что прям вот море, море, еще вот этим парфюмированным спреем VIP Club Ibiza, и все, можно ехать уже на курорт. Так, ну ладно, давайте продолжим. Следующее, что также было, это, конечно же, в этом наборе я заказала мыло. Мыло также заказала, вскрывать его сейчас не буду. Soap Bar, ну, такое же, с кокосовой водой и дыней. Следующее, продолжая тему душа, я хочу вам показать мочалочку из серии, ну, наверное, тоже из серии Bev. Maybeth Lily. Цвет такой очень приятный, нежно-розовый, даже где-то вот в меру лиловый, но бледный такой, бледно-лиловый. Очень прикольная мочалочка с каким-то даже цветочком вот здесь. Вот очень-очень-очень интересно. Так, и давайте посмотрим, что же следующее. Хотела я по акции заказать, там был новый спрей для ног. А, нет, не новый, из распродажи, вот в каталоге, который уже сейчас действует, есть спрей для ног с клубникой и мятой, если я... А, нет, клубника и ревень там был. В общем, к моему моменту заказа тех спреев уже не было, потому что они действительно были по очень бюджетной цене. Там, по-моему, 139, ну и минусуйте скидку, то есть достаточно бюджетно. Поэтому компания мне предложила на замену вот такие вот тоже спреи из серии Fit Up с эвкалиптом и мятой. По цене, кстати говоря, по цене, которая была по распродаже, то есть тоже за 130 с чем-то минус скидка. То есть это очень выгодная цена, и я решила сразу взять две штуки, потому что, к сожалению, такие спрейчики сейчас очень хорошо расходятся и при этом имеют очень хороший эффект. Итак, давайте посмотрим, что же следующее было в заказе. Следующее было в заказе. Предпоследнее. Это у меня двухфазная жидкость для снятия макияжа с глаз. Я решила взять, то есть знаете, да, что нужно будет взболтать. И когда у вас жидкость превратится в одну единую массу, вы открываете, наносите на спонжик и снимаете макияж. Хочу отметить, что это написано, естественно, для снятия макияжа с глаз, но иногда я использую и для снятия макияжа с губ, если какая-то стойкая помада. Так,
Ну и вы видите, да, что достаточно быстро она входит в свое исходное положение. Эта жидкость для снятия была на последней страничке, как обычно, страничка распродаж. Очень интересное предложение, поэтому я не упустила возможность купить. И что у нас было еще? Было еще одно средство, которое я взяла как плата за доставку. То есть вместо доставки я не оплатила и взяла вот такое вот масло из серии Эле. У меня как раз закончилось. Я взяла увлажняющее. Сейчас мы с вами точно посмотрим, какое это масло. По-моему... Нет, здесь просто написано, что масло для волос, но вообще это увлажняющее масло для волос, масло органа. По идее. А, нет, не только масло органа, with natural, с натуральными маслами, но непонятно, что здесь за масла. Запах достаточно приятный. Это у нас с вами такое вот стекло, ну, хотя, наверное, где-то на 50% стекло, на 50% какой-то такой достаточно ударопрочный пластик. Именно эту серию, вот именно вот в таком флаконе я еще не пробовала, буду тестировать, обязательно вам расскажу. Итак, и последний товар, который был у меня в этом каталоге, это накидка для окрашивания волос. Я не знаю, как вам ее показать, потому что у меня просто нет места. Но я вам покажу вот в таком вот формате, мы сейчас с вами ее развернем. Полностью вы ее сможете увидеть у меня в ближайшее время на канале, видео, где мы будем с вами красить волосы. Да-да, это уже скоро случится. Следите за новыми видео. Так, давайте посмотрим. Накидка сделана из полиэстера. Ну, у меня сейчас камера правильно передает. Я вам вот так подальше ее от камеры поставлю, чтобы было видно. Так, ну, она на самом деле вообще небольшая. То есть у меня была ассоциация, что она будет хотя бы... Вот от горла до низу полностью закрывать, в том числе торс. Да? Как вы знаете, накидки есть такие большие. Эта накидочка оказалась такой достаточно маленькой. Но ничего страшного, здесь есть логотип HairX. В принципе, это необходимая такая накидка для закрытия шейной зоны декольте, так называемой. Поэтому... Ну, неплохая, нормальная. Хотя я думаю, что за такую цену, наверное, могли бы и дешевле поставить на продажу, потому что, ну, вот этот кусочек ткани, он очень маленький. Ну, посмотрим. Итак, это были все мои заказы по каталогу Oriflame. Давайте посмотрим с вами следующий каталог, что же я планирую в нем приобрести. Оставайтесь со мной. Итак, давайте посмотрим следующий каталог, который будет у нас действовать с 14 мая по 2 июня. Вообще, заказ я не планировала делать, так как здесь, в принципе, ну, у меня есть все, что мне необходимо на данный момент. Но потом, открыв шкафчик с запасами, я поняла, что у меня не хватает там шампуня, там гелей и так далее. В следующем каталоге выходят новинки. Выйдет новая парфюмированная водичка, точнее туалетная водичка Elvie Summer Joy с ароматами, с нотками груши, аккордом одуванчика и малины. Но так как пробник я еще не приобрела, поэтому, естественно, покупать в полноразмерной версии я не буду. Но я решила планирую набор, куда входит гель для душа и лосьон для тела. Следующее, что я планирую себе взять, я увидела спонжик силиконовый, ну, скажем так, не спонжик, а именно диск для лица за 99 рублей. Он здесь с рифленой такой поверхностью, камера не может сфокусироваться, я планирую его обязательно взять. Следующее, что мне также необходимо... Это, конечно же, опять возвращаемся к нашим дорогим волосам и все, что с ними связано. Это многофункциональный CC-крем для волос. Буду брать. Это обновленная версия, которая была раньше, может быть, вы видите.
я обязательно его буду брать, так как мне нужен будет обязательно дополнительный уход. Следующее, что я планирую, это шампунь для сухих и поврежденных волос «Эксперт восстановления», большой объем 400 мл. Вся эта линейка, как вы знаете, уже обновилась, и сейчас компания просто дораспродает вот эти все большие объемы и, соответственно, выводит их из каталога. Но при этом срок годности у них абсолютно нормальный, если кого-то это интересует. Так, давайте посмотрим. Следующее, что также приглянулось мне, это сухой шампунь. Также обновленная линейка. Сухие шампуни у меня есть, я ими пользовалась. Хочу честно сказать, это очень удобный способ помыть голову в условиях, когда у вас нет возможности ее помыть. Там, не знаю, допустим, нет там душа, либо вы не останавливались где-то в отеле, едете в машине на пикник, на дачу, либо вы едете в другой город, и вам срочно нужно освежить ваши волосы, да, и вот вы вполне можете воспользоваться данным шампунем. Эффект есть, и очень хорошие, я буду обязательно их тоже брать, это они будут по 229 рублей, еще минусуйте скидку консультанта. Так, ну и кажется все, тут у нас новые аксессуары, вы можете также посмотреть. Ну и, собственно говоря, вот это все товары, их не очень много, которые я планирую приобрести в следующем каталоге. Всем пока-пока!